Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис Кочерга вновь и Казоку Фэмили. В прошлый раз мы собирали звездочки, продолжаем их собирать. Короче, вперед, погнали. Вот. Приятного просмотра. Так, эта херня вроде не двигается, да? В смысле? Что это было? Не понял я юмора. Да не тупи, Гарик, но бесишь. Такс. Но... Ты что, издеваешься? Собираемся быстро запрыгивать на эту хренотень. Конечно. Давай. Почапали, погнали, я не знаю. Текс. Не, ничего. Текс. Погнали. Теперь с той стороны все, да? Мне показалось. Так, сохраняшечка. Опять звезда. Еще звезда. Так, ну что-то мне кажется, что возле этой звезды будет какая-то дичь. Так. Значит, мы проверим это все. Ты такой урод, Поттер. Ну что мы можем? Поттер! Все знают, что твое место в зоопарке. Не смотри в зеркало. Оно не выдержит и треснет. Ты такой урод, Поттер.
что мы можем Меня зовут Иди в жопу. Все знают, что твое место в замке. Грёбаный аватар. Где там жаба была? Не здесь. Спаси жизнь мне, жабка. О, потайный сундучочек. 300 штучек конфеток. Неплохо, неплохо. Обожрется Гарри Поттер до пенсии. Шутка. Опа-на. А как эту звезду собрать? Так, а что, сюда нам, что ли? Или это назад? Это назад? Да, это назад. Назад, взад. Блин, а что делать? Где проход искать? Все, мы типа назад не вернемся, что ли? Или вернемся? Не, нифига. Класс. Так. Так, 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 так. Я не знаю, куда вперед идти, куда назад идти. Не знаю, профукали мы ту. Или не ту, не профукали, я что-то... Так и не понял. Там, по-моему, ничего не открывалось. Наверное. Блин, в этих локациях можно затеряться, отвечаю. Давай. Иди в жопу, летающая тварь. Не везде эти твари. Так. Но вперед. Я так понимаю, тут ничего, да? О, привет. Здравствуй еще раз, Гарри. Здравствуй. Только вопрос. А какого хрена тут же тупик? Флипенно, флипенно! Или не тупик? Я уже в этих локациях, блин, заплутал. Что? Мы что, типа не допрыгнем, что ли? Да нет, допрыгнули. Не, не сюда. Такс.
А что это дает? А, вверх. Тогда понятно. Зачем нам надо было сюда? Кажется, я заблудился. Молодец. Что ты заблудился? Значит, идем наверх. Так, наверх. Допустим. Ага, вот она как. А, во как. Ну, наверное, мы не все звезды соберем, твою мать. Печально. Все-таки я так и знал, что эту хрень как-то по-другому надо открывать. Хотя надо глянуть, может что-то, что-то где-то тут. Хотя маловероятно. Печаль. Тоска. Да. Звезду мы профукали. Увы и ах. Блин. Автобус ждем, автобус ждем. А, он даже по кругу едет, что ли? Круто. Тра-та-та-ра-та-ра-та-ра-та. Но вы собрали все звезды. 20 баллов факультету Гриффиндор. Теперь вам пора на урок зелий. А, все. Тут что-то есть? Или тут уже все собрано? Да ё-моё! Там мать твою! Короче, надо назад валить, да и все. Такс. Такс, такс, такс. Управление, конечно, просто жопа. Неудобное, капец. Для ПК могли бы сделать лучше. Но, как говорится, у них не получилось. Чё? Сейчас у нас урок зелий. И похоже, мы на него опоздали. Хм. Чувак не знает, сколько мы опаздывали в школе. Ну да ладно.
Может, я сюда не хотел, вы чё, офигели? Ну ладно. Мы чё, идем через Слизерин, что ли? Реально? Я ваш преподаватель зелий. А, Снэк. Сегодня вы научитесь смешивать лечебное зелье Вигенвельда. Вы опоздали на урок, мистер Поттер. Это непростительно даже такой знаменитости, как вы. Минус 5 баллов факультету Гриффиндор. Поттер, отправляйтесь в подземелье и принесите необходимые ингредиенты. Нам понадобится кора рябины обыкновенной, цветок папоротника, ведьмин гриб и слизь с кучи червя. Поторопитесь, или я вычту баллы у Гриффиндора. И не вздумайте вернуться с пустыми руками. Ясно. Спасибо за подсказку. Наверное, это и есть ведьмин гриб. Где я? Неужели Снэк обманул меня? ХЗ. Ё-моё. А, я походу понял. Такс. Двигаем. И, по-моему... Сюда, да? Такс. Такс. Выкатывать мы ее сами должны, да? Так, стоп, я не понял. А как ее? Чего? Подожди, с задней стороны, что ли? А, тогда понятно. Я что-то не сразу определил. Но... А, ну если все, так бы и сказал. Так. Гермиона говорила мне, что цветок папоротника выглядит именно так. А дальше? А дальше сюда? О, что-то сохранение часто. Текст. Движущие плиты. Конфеты, блядь. Блядь, не так, ладно. В смысле? Я что, должен допрыгнуть до той фигни, что ли? Наверное, да? Флипендо! В смысле? Что там наверху? Мне интересно. А, еще и звезда. Так. Я хочу собрать конфетки для своей вкусной детки. Ага, сохранение. Значит, там что-то еще было. Опять я не туда побрел.
Блин, бывает. Ну. В смысле? А, о как. Тут мы нашли какую-то карточку. Какую-то цыганку. Опа-на. Чё за потайные ходы? Ё-моё. Давай, Гарри, не путай педали. Забавно. За эту бы шутку нам дали бы. Да ё-моё! Так не... Укатила моя трамвайка. Давай. Так, ребят, ну мы, наверное, начнем отсюда, на самом интересном месте. Так что с вами был Денис Кочерга, Казуку Фэмили. Всем до встречи, всем пока.